Сотрудниками уголовного розыска управления МВД России по Одинцовскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий одного из домов на улице Говорова задержан 21-летний уроженец Саратовской области, подозреваемый в покушении на сбыт наркотического средства. В ходе личного досмотра у злоумышленника был обнаружен и изъят пакет, внутри которого находились 5 свертков с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что оно является N-метилэфедроном общей массой около 500 граммов. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.